друзья. И просто, как вы помните, я говорил, что построю арену. Ой, то есть не арену, а покажу вам боссов, новых боссов в Майнкрафте. Это первый босс, это такой мод на босс. Посмотрите, сразу же изменилась травочка, да? Ну, это самая маленькая. Это первый босс, который сегодня у нас есть. Это вот, вот такой вот. Я не знаю, что там за босс, мы попробуем. Здесь все белое. Привет. На. Ой, он больно бьет. На. Что его? Его не коцает. Невидимка, я невидимка. Да, я должен... А, это скорость. Бам! Чё, ему не больно, ребят? Какой-то железный босс, который ничего не больно. Вот он ки. Так, ребят, этот босс железный. Ой, я не досчитал, ребят. Я упал. У меня есть блоки? Есть только сундук один. О. Ну, надо сюда поставить сундук. Эй, ты чё? Чё? Он сюда добрался? Ребят, мне надо подняться куда-то. Все равно надо подняться на мою гору, где я начинал. Так, все. Я кое-что забыл, ребят, мне нужно этот сделать гамемоды творческий режим. Ребят, как же я без этого смогу? Не смогу же победить этих боссов. Вот это. Ребят, я просто забыл вот это поставить себе взять. Вот все. Где ты? Теперь я готов с тобой драться. Скушаю. На. Ой, они больно бьют. На, моментальный урон. А чё он не убивается? Даже полоса жизни нет. Не показана полоса жизни. Мы его сейчас как-то застрелим. Вот таким образом. У меня есть зелька огнестойкость. На 3 минуты. Хотя не, я не хочу выпивать. О, я случайно 2 поставил. Я думала, это снежки. Ладно, пусть второй уйдет. Второй уходит. Ну, ребят, этот монстр неубиваем. Здесь нет его полосы жизни. На минуточку. Но я его бью, он не убивается. Не, ребята, пошли этот, другое место. Ладно, пошли в какое-то этот, другое место, чтобы поставить следующего босса. Он за мной не идет, надеюсь? Да, он за мной не идет. Так, включаем творческий режим. Ну, сейчас просто обалдеть, сколько там боссов новых. Наверное, это надо разделить на 2 серии этих всех боссов. Так, смотрите, вот. Вот это первый, видите? Так, теперь есть какой-то вот такой. Давайте его вот здесь оставим. Потом вот такой. Здесь тоже оставим. Потом вот это. Потом вот такой какой-то. И потом вот такой. И последний из вот таких. Это вот такой. Вообще, первый должен быть вот этот. Ой, уже ночь, надо поменять погоду. День. И как раз сейчас полетим в другое место. Как раз в другое место полетим, вот сюда прям. На вершину горы. Так, все, ребят, готовы? Там яблочко. Давайте 2 яблочка-то засъедим и ставим. Ой, капец.
На, получи. У него теперь есть полоса жизни, и надо убивать. Когда я его убью, он взорвется, ребят. Кто, ставим ставки, взорвется или нет. Ай! Да зачем я shift нажимаю? Что? Маленькие криперы! Он вызвал маленьких криперов. Так, давайте. Давай, я бью его, я бью. Он вызвал. Вот, видите, это маленькие криперы. Все маленькие криперы вообще так крутые. Так, ребят, а как мне этот подняться обратно на гору? Он все сломал, всю гору. Ребят, я не успеваю этот. Ты подходи. Босс, ну чё он убегает? Я не хочу, чтобы он своих маленьких стар... Сейчас бежим, когда мы её... Теперь бежим. Надеюсь. Стой. Он взорвался? Он взорвался, ребят. Кто ставил, что он взорвется, тот и победил. А кто ставил, не взорвется, тот молодец. За участие. Ну да, он взорвет. Но здесь уже место точки очень плохое. Выбросим яйцо вот этого чувака. Ну это было сложно его пробить. Реально, ребят, сложно было. Еще надо яйцо вот этого выбросить, чувака. Так, следующий босс. Что это за... Кто здесь, интересно? Вот такой, какой-то вот такой. Ой-ой-ой. Эндермен, иди отсюда, иди, пожалуйста. Мы вас не звали. Мы вас звали просто, чтобы мы победили, чтобы вы нас не били. Чтобы вы нас не били. Вы нас бьете, поэтому вы задержаны. Да как он меня телепортирует? Его очень сложно победить. Я его по ногам бью, чтобы он не мог телепортироваться. Сейчас мы его убьем, да? Давайте бьем. Да, я его победил уже. Чё мне наносится урон? Я его убил, и с него выпало что? Куча эндерперлов и много этих. Еще от этих маленьких чуваков какие-то эти снежки выпадали. Так, ну, ребят, это был сложный босс, мне сказать. Мне кажется, это сложный босс, да? Ребят, ну, реально, вот. Ну, он такие эффекты мне еще примолнял. Я просто нажимал на него, и все. О, какое-то упавшее дерево. Ну, где можно подраться хорошо? Ладно, пошли следующую. Ну вот это похоже на яйцо этого зомби. Значит, сейчас будет... Да. На. Хорошо. Да, бьем. Убиваем. Зелье огнестойкость. Так, ребят, он вызвал зомбачков. Мне надо его убить. Так, давай, бьем. Да. Да, я его... О, он налег.
еще раз. Ребят, я не понял, как он выжил. Я его убился. А, надо бить его, когда он лежит. Надо бить, когда он лежит. Получается. Да хватит его зомбачки, надоели. Я его убил? Да хватит зомбаки. Все, я его должен был убить. Да, я его убил. Фух, это было сложно. Когда он хилился, это было реально. Не, надо на два ролика разделить, ребят. Так, ну следующее. Вот это яйцо я больше не буду использовать. Ну реально, эпический ролик, эпический. Так, какой-то вот такой. И, ну я уже страшно мне. Снеговик, отлично, на. Вот, да, вот, в воде он умирает. Он себе... На, как раз. Он лед создает. Он кидается льдом. Он хорошо, что тебе бьет. Так, вот. Он, да, он этими ледишками. Давай сыграем. На. На. Он меня бьет. А, это я затыхаюсь, наверное. Так, ну это был такой легкий босс. Теперь вот такой какой-то, ребят. Вот такой. Это скелет! Что он так больно бьет? Нет. Скелет. Что-то... Я бью. Чего я двигаться не могу? Он меня сейчас скинет. Он это еще и хилится. Эй, да что ты делаешь? Под воду ушел. Сейчас мы ему подляночку. А где этот скелет? На. Как он меня так сильно ударил? Я под воду опускаюсь. Надо получить заполнено меня. Я двигаться не могу, когда он меня как-то делает, чтобы я двигаться. Кто быстрее? Ребят, он меня этот бьет. Где он? Да где он? Я просто до него доплыть не могу, он меня откидывает. Не так красиво этот. Я вот так вот их толкать могу по льду. Красиво, слушай. А, я подумала, это настоящий. Я подумала, на реальные боссы, которые были. Фух. Ну, он меня откидывал. И вот последний босс на этот ролик, ребят. Какой-то вот такой.
Слабая. Привет, это свинья. На. Ай, паук, ай, ты чё, чё? И это будет смешно. Ай. Свинья-паук. Где он? А почему у меня здесь две свиньи, как будто бы я поставил? Что? А откуда вот этот появился? Пошли в какое-то другое место, они поляляются потихонечку, поэтому надо... В другом месте победим этого паука. Да как он? Эндермен боится воды. Пошли в какое-то нормальное место, чтобы там можно было этот, ребят. Как-то хотя бы можно было что-то сделать. О, что это там такое? Гора какая-то. Вот здесь плоская. Так, ставим свинью. Свинья! Она паутину мне поставила! Что ты делаешь? Змея, паук. Свинья. Это легкий босс. Правда, она мне эту паутину... Она мне паутину поставила. Это что? Сама же свою паутину... Оп. Что из нее выпало? Я не помню, что из нее выпало. Это легкий босс, ребят. Там еще есть много боссов. Но это, наверное, Что, она меня опять паутинку вызвала? Так, ну это был лёг... Ребят? А чё моя так броня сильно сломалась? Шлем у меня полностью сломался. И если бы я сейчас был какой-то сильный босс, ладно, пошли вот в конце, знаете что, обмакнемся в лаву, чисто вот так, в чисто лаву обмакнемся. Раз, два, три. Вы думаете, я сгореть буду? Конечно, у меня же огнестойкость. Влади так красиво, ребят. Вот здесь можно стать от игроков спрятаться. Правда, вы будете задыхаться, но если у вас там яблочек, как у меня, то победит. Да это и. То можно здесь и спрятаться некоторое время. Ну, лучше просто плыть наверх. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! А я продолжаю нанести урон.